Телеканал КРТ представляет. По поводу Я пенсионеров. Мы рятувать. говорили, что мы должны да. уделить э, время пенсионерам. Во-первых, мы должны четко сказать, что правительство Гончарука совершило преступление. И необходимо возбудить уголовное дело. Потому что 1 марта всем пенсионерам, а это 12 миллионов людей. Да? 12 миллионов людей должны были проиндексировать пенсию на основании статьи 42 закона Украины о обязательном пенсионном страховании. Пенсия должна была на основании роста потребительских цен и на основании роста средней заработной платы. В среднем где-то 11% у каждого должна была с 1 марта вырасти пенсия. Так как правительство своей политикой бездарной, фактически по результату преступной для народа Украины, хоть они рассказывают непонятно что, привело к тому, что в бюджете дырка, пенсионный фонд недофинансирован и сегодня индексация не происходит. Правительство что говорит? Мы обязательно проиндексируем. Называют июль, называют сентябрь, ну, играют с людьми, которым нужна защита. То есть вот прошлое правительство сделало, что самое страшное, пришли к власти с лозунгом «деолигархизация», с лозунгом «Аудит всех крупных госмонополий и прекращение воровства там», а пришли к ФОПам, ухудшили эту жизнь, начали кассовые аппараты, давай, давай контрольный, давай аудит, давай, чтобы тебя проверяли постоянно. А под конец каденции наехали, на, извините, на всех пенсионеров. Із квітня уряд почне працювати над підвищенням пенсій українцям. 11 мільйонів людей протягом року зможуть відчути ці зміни. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Саме проведення індексації пенсій нова очільниця відомства називає першочерговим заданням. Відповідно до державного бюджету України, мінімальна пенсія цього року зросте на 8% і становитиме 1769 гривень. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, ета піар. Это, не это нет, это пиар в том плане, что это нарушение закона. Мы же говорили, что индексация должна была пройти 1 марта. Поэтому старое правительство это не сделало и они должны нести уголовную ответственность, потому что есть пострадавшие, вот эти 11 миллионов, которые она говорит, это пострадавшие, есть сумма, на которую не проиндексировали, есть сумма ущерба, то есть есть объект, субъект, объективная и субъективная сторона преступления. Все есть, Поэтому нужно Фактично, давать оценку. Марина Лазебна себе срок нет, наговорила? Нет, нет, нет. Вначале этот срок, не срок, а вначале за это должны ответить ее предшественница ага. с премьер-министром. Потому что 1 марта был их срок. новое правительство пришло 5 марта. Вот. А сейчас правительство должно это исправить и должно проиндексировать. Другое дело, что если денег нету, то э, должны думать, каким образом компенсировать э, пенсионерам э, субсидии, компенсировать коммунальные платежи на эту сумму. Ну, нельзя просто вот так то, что должен, не отдавать. Это же, ну, нечестно. А не что, не перед... Ну, смотрите, у нас сегодня, э, вот, помимо всех долгов бюджета, облигаций, долгов перед Международным валютным фондом, все остальное, у нас есть еще один долг. У нас 67 миллиардов гривен задолженность украинцев по коммунальным платежам всех типов. Что значит за то есть люди не могут платить за люди не могут оплачивать эти платежки то есть ну стоит вопрос или жить или заплатить за квартиру да 67 миллиардов что значит неплатежи? платежи если бы эти платежи, это же идет маховик охлаждения экономики если бы 67 миллиардов уплатили люди за коммунальные платежки, то было уплачен налог на добавленную стоимость. Правильно? Ну, шестая часть от этой суммы, то есть там где-то в районе 7 миллиардов гривен, в районе 10 миллиардов гривен сразу бы поступила обратно в бюджет компании бы работали, понимаете. То есть это идет, э, ведет к банкротству некоторых энергогенерирующих компаний. Поэтому тут надо с людьми быть честными. Потому что никакие реформы, если опять делать, хотят делать реформы за счет пенсионеров и за счет э, физлиц-предпринимателей, то такие реформы народе не будут восприняты.